как у нас сейчас ходит в народе, что ЕГЭ можно купить. И я считаю, что русский язык настолько тяжелый и сложнейший язык в мире, что ну, на 100% его, наверное, профессора не знают. А уж детям написать на 100 баллов ЕГЭ – это вообще очень странно. Я считаю правильным то, что все-таки решили выборочно перепроверить некоторые работы участников со 100 баллами, потому что лично мне вообще в это не верится. Я сама сдавала ЕГЭ, я знаю, что это такое, и на 100 баллов это почти нереально сдать. Вот. И все-таки я считаю, что нужно разобраться, откуда ноги растут и почему дети получают по 100 баллов, которые, грубо говоря, по-русски разговаривать не умеют некоторые.